Давай ты иди сюда. Чё, Горланд Филлипс? Да раздолбай ты эту дверь. Она своим огнеметом, турборезом. Ну хорошо. А это, наверное, тут... Так, птички. Блин, как она не вылетит? Ну, наверное, вылетит. Тут тоже птички. В шахматы играют. Ну, бьет. Так, ладно. Куда нам? Нам надо найти того чувака. Так, а это, наверное, есть он, да? Помните, там написали Гордон Филлипс? Ну, когда сообщение читали. На, вот это вот. Вот, давай. До свидания. Да, это он. Ну, на себя не похож как-то. Хорошо. Фонарики загораются. А где код ввести? А если я его покажу? Просто ради прикола. И зайди отсюда, не смущай меня. А так, слабо? Чё думать, мы лохи, что? Конечно, мы не лохи. Ты вообще свали. Так. О, силовой запрятать решили. Ну вот это давай напоследок. Отлично, и вот тут еще что-то надо глянуть. А здесь у нас для труборезика. Это круто. Так, хорошо. Идем дальше. Да, нормально. Так. Ага. Так. Ага, сломали лифт. Ты сломал, козел. Так, что с него выпало, я что-то забыл. Так, а здесь окошечко, обратите внимание. Хорошо. Понял. Ха-ха-ха. Надо было. Блин, еще живые гады. Вау! Сдох, что ли? Ха-ха. Нормально. Так. Тут вентиляция такая стрёмная. Так, 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 так. Хорошо. Чё, тут кинезиса слишком много? Что бы это значило? Так, я пытаюсь держаться от интересов... А, тьфу, интерфейсов. Так далеко, как только возможно. Не хочу более слышать ее оправдание насчет проблем с грузом всякий раз. Какая-то анти. Анти-анти. Это тетка. Чё-то она на меня... А, стоп. Чё-то она на меня тут смотрит все время. Иди взад. Паскуда. Надо было сейчас окно разбивать. Ну давайте. Где вы тут? Рассыпался. Чё, все?
Не верю. Так, ну, наверное, тоже можно разбить как-то. Че, правда все? А я там все. Сгорай. Сгорел? Фига он. Здоровый. Стазис не пришлось использовать свой. Пока что. Эта баночка хорошая достаточно. Стазис очень мощный. Очень долгоиграющий, очень эффективный. Наверное, это... Если бы мы полностью прокачали с помощью силовых узлов наш стазис, ну, Айзека, который при нем все время, он бы, наверное, такой же... Такой же... Так, я смотрю. Я надеюсь, они мне не дадут поверстать здесь. Но он быстро расходуется, да? А ящер, ну вот этот. Огромный, ну точнее. Как сказать? Низкоходящий, ползающая тварь, где? Так, хорошо, что там по силовым у нас? Почти три штуки опять. Две штуки. Хорошо. Труборез будем качать. Перезарядку. Так, что у нас? Опять нельзя. Что можно? Это можно? Нет. Объем. Не надо объем. Давайте качнем и начнем уже труборезик или что-нибудь другое. Стазис там можно, не знаю. Так. Все, идем дальше. Нам сюда, да? Там кинезис. Так. Отодвинь. Айзек никогда не сдается. Ее просто. Чуть не я думал. Офигеть. Силовой. Вы офигели. Сгорит, тварь. Погнали. Чё? Блин, опять эти твари, я слышу. Ну-ка, сейчас альтернативный испытаем. О, хрен. Чё это было, ёб просто. А, патрон нет, да? Ну, против этих чуваков не очень эффективно огнемет, в том плане, что он не такой скорострельный. А мне же написали, у меня 70 секунд всего кислорода, надо быстрее, вон там вон штучка есть, вот эта вот. Больше никого, я надеюсь, нету? Что-то так спокойно. Блин, еще цвет хрен определишь, во. Задачку немного упрощают. Но в безвоздушном пространстве звука вообще не слышно, то есть... Там даже никаких намеков на... На звук, по-моему, нету. Ибо нечему передавать звуковые волны. Воздуху, я имею в виду. Не почему. Какое оборудование. Сейчас расфигачим тут всё. Computer,
Initiating system lockdown. System lockdown complete. I'm sorry, Clark. I know what you're trying to do, and I cannot allow you to succeed. There's too much at stake. Да пошел ты. Unauthorized visitor. Mainframe. Ага. Да расфигачит это стекло, Айзек, чё-то я не знаю. Ладно, пофиг. А лезли чё? А, подожди, это, наверное, комнаты какие-то, да, там? Мы сейчас в них полезем. Тут, насколько я знаю, здесь должна быть какая-то пасхалка. Правда, не туда, куда-то я зашёл.